Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с Богданом будем рассматривать и играться в интересную игру под названием... Да, вот тут вот она! Под названием «Животные и места их проживания». Это игра «Пазл». Сейчас мы вам все покажем. Богдашка, тебе нравится? Так, Богдан начал распаковывать. В комплект входит вот таких вот 6 картонных квадратов. А в них вставляются замечательные зверушки с вкладыша. Здесь у нас вкладыш фермы, тропических животных, лесных животных, животные, которые живут на севере. Ой, кит убежал. На, держи. Вкладыш подводного мира. И те, кто живут в Африке. Мы с Богдашкой уже разложили на столе все 6 карточек. И сейчас будем вставлять вкладыш. Ну что, погнали? Картинки очень классные. Богдашка, смотри. Это свинка. Где свинка живет? А ну найди свинку. Вот тут, на, вставляй свинку. Эй, где свинка? Вот тут. Давай. Вот так. Это носорог. А ну ищи, где носорог? Вот, смотри. Есть животные, которые Богдашка еще пока не знает. Да, вот это носорог. Правильно, вставляй. А вот смотри, лошадка. Го-го, да? Где лошадка? А ну найди, где лошадка живет. Вот сюда, все правильно, молодец. Вставляй хорошо. Да, вставляй, давай. Вот так. Это у нас белый медведь. Где живет белый медведь? Вот это сзади медведь, правильно. Мишка косолапый. Вот сюда, давай, я тебе помогу. Вот так. А это? Тюлень. Где тюлень живет? На севере, да? Вот, смотри, тюлень. Да, есть такое дело. А вот смотри, какой еще Миша есть. Вот такой вот Миша есть. Обычный, бурый медведь, да? Миша. А ну найди, где же Миша живет? Вот, смотри, Миша. Мишка, да? Да, медведь. Ну, вставляй правильно. Давай. А вот так. А еще у этой игры очень классная коробка с очень плотного картона, куда можно спокойно складывать все маленькие элементы и все 6 картонные вкладыши. Сейчас я покажу вам более детально эту игру. Это скат. Вот сюда. Молодец. Ты знаешь, что скат под водой живет, а? Ну вот мы с Богдашкой поскладывали все пазлы. Производители пишут, что использовать в домашних условиях, сохранять упаковку, она имеет важную информацию, предназначена для детей от 2 лет. Ну не знаю, у меня Богдашка уже начинает складывать, а ему всего 1,5. А еще вот в этой игре классно, что ребенок пальчиком может с обратной стороны породеть и вытащить самих животных, как это делает Богдаша. Это вот картинка Северный полюс. Это ферма. Вот это звери, которые живут в Африке. Здесь вот подводный мир. Жалко, что не подписано, в каких континентах или где обитают данные животные. А вот картинка леса. Вот такие вот замечательные есть 6 картонных квадратов, в которые вставляются вкладыши животных. Вот такая вот замечательная игрушка теперь появилась у Богдашки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. У нас много интересных детских игрушек. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. А мы говорим вам всем удачи и пока. Пока-пока. Найдем.